Почему желтеют листья? Осенью многие из нас любуются пожелтевшими деревьями и часто задумываются, почему же они желтеют. Может, от страха перед наступающими холодами или есть другие, более глубокие причины? Для того, чтобы понять, почему желтеют листья, надо сперва разобраться, почему они зеленеют. А для этого нам нужно внимательно рассмотреть лист в разрезе под микроскопом. Лист состоит из кожицы, жилок и мякоти. Кожица защищает клетки мякоти от повреждений и высыхания. По жилкам клеткам мякоти доставляется вода, растворенные в ней минеральные вещества и органические вещества. Мякоть листа состоит из клеток основной ткани. В клетках основной ткани есть хлоропласты, в которых происходит фотосинтез. В этом процессе задействовано очень много элементов. Один из них – хлорофилл. Именно этот пигмент придает листве зеленый цвет. Весной, когда много солнца и много воды, хлорофилл очень быстро размножается. Хлорофиллов становится очень-очень много, и все они усердно работают. Зеленый цвет листьев – их заслуга. Хлорофиллы поглощают солнечные лучи красной области спектра, а зеленый они отражают. Его-то мы и видим. Но хлорофиллы не только красят листья в зеленый цвет, а занимаются более важным делом – фотосинтезом. То есть поглощают солнечную энергию, воду и углекислый газ и трансформируют в питательные вещества, необходимые растению. Но к концу лета жилки листа, по которым к хлорофиллам поступают вода и минералы, постепенно закрываются. Хлорофиллы перестают размножаться, а существующие постепенно умирают, поскольку все время тяжело работают. И тогда становятся видны каротиноиды – верные помощники хлорофиллов. Каротиноиды играют важную роль в процессе фотосинтеза, выполняя три важные функции. Собирающую функцию – они поглощают лучи сине-зеленого спектра, которые отталкиваются хлорофиллами, трансформируют их в энергию и отдают хлорофиллам. Фотозащитную функцию – они защищают хлорофилл от световых перегрузок, снимая энергию с перевозбужденного хлорофилла. А также каротиноиды могут тушить активные формы кислорода, то есть служат антиоксидантами. Структурную функцию. Они обязательные структурные компоненты фотосинтетических мембран хлоропластов. Без каротиноидов фотосистема, благодаря которой возможен фотосинтез, развалилась бы. В течение летнего периода каротиноиды незаметны из-за преобладания хлорофилла. Осенью, когда хлорофилла становится меньше, на передний план сразу выступают каротиноиды. Но если до осени далеко, а листья растения начали желтеть, это значит, что растение заболело, и причин этому может быть много. Листья на растениях могут желтеть от переизбытка влаги или же от ее недостатка. Кроме того, причиной пожелтения листьев может стать нехватка солнечного света. Если же листья летом желтеют не полностью, а лишь края и кончики, то причиной является недостаток в почве элементов питания. Но есть растения, листья которых желтеют сразу, не дожидаясь осени или нехватки каких-то элементов. В основном это искусственно выведенные сорта декоративных растений, например, барбарис тунберга. Листья какой группы деревьев осенью краснеют? Оставляйте ваши ответы в комментариях, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки!